Единовременную выплату в 5000 рублей все тюменские пенсионеры получат в январе по графику с 13 по 27 число. По данным Пенсионного фонда, в нашем регионе деньги будут выданы более чем 387 тысячам человек. Обращаться и подавать специальное заявление не нужно. Тем, кто получает пенсию через банк, зачисление произойдет на этот же счет. Остальным принесут почтальоны. Те, кому доставляют пенсию до 13 числа, будут встречать работников почты дважды. Деньги им донесут. В случае отсутствия пенсионера дома, 5000 рублей им отдадут вместе с февральской пенсией. Мы совместно с почтой согласовали заранее график доставки, чтобы понимать, что они исполнят это в январе месяце, ну, чтобы почтальон, потому что им повторно придется доносить средства. Ну и, соответственно, заблаговременно в декабре они уже эту работу провели тем, кому доставили, разъяснили, когда они в январе доставят.